холод прикладывали. Да. Вот, с сегодняшнего дня пальчики начинаем, сколько это возможно все сделать, самоработать в локтевом суставе. Одно неверное движение, и вот ты уже знаешь, где в твоем организме находится четвертая пясная кость. Именно с ее переломом Шамил Мамедли и оказался в травмпункте. В пятницу вечером я играл в футбол и упал неудачно. За сутки только в это приемное отделение обращаются за помощью около 130 пациентов. Каждый четвертый – это ребенок. Летом количество опасных для жизни травм только растет. Колотые, резанные, вывихи, переломы, ожоги. Одни получают повреждения из-за пренебрежения техникой безопасности, другие – по неосторожности и невнимательности. Люди у нас на природу выезжают, едут на дачу, едут отдыхать, и случаются бытовые травмы, где порезы, раны, где-то стекло. Где-то в наше время сейчас развитие идет техники, и на дачных участках люди там работают с техникой и получают травмы. Пилы, болгарки, триммеры и другие технические агрегаты требуют повышенного внимания. Но если травма все-таки произошла, паниковать не стоит. Говорят врачи, прежде всего нужно остановить кровотечение, промыть рану, обработать ее дезинфицирующим средством, наложить повязку, а затем уже обратиться к медикам. Вызвать скорую помощь, либо добраться до ближайшего травмпункта самостоятельно. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.